Привет всем! Вот гости приехали ко мне с Анталией, наши девочки. Принесли мне саженцы и еще спекли для меня торт Наполеон. Знали, что я люблю. Они и в тот год ко мне ехали. Я очень рада. Вот теперь она дома вот этот торт приготовила. И теперь мы его будем есть вместе на этом природе. Я очень рада, очень спасибо большое. Наши девочки все романтические. Мы, девочки, друг другу делаем такие романтические сюрпризы. Конечно, мужчины не делают, мы сами друг другу делаем. Спасибо большое, а я вам наш ароматерапевтический чай заварила. Видите, это волшебно? Да. Справа. Мне нужна тарелочка. Вот, тут у нас тарелочки. Я очень рада, что успели ко мне на кофейное время. Мы стараемся. Молодцы. С Антали приехали и успели утром. Это Ирина приготовила. Немножко не подразумеваю, что да-да-да-да-да, нет проблем, с кремом очень люблю. Спасибо. Классно. Люблю вас. Целую.